Самый веселый праздник в году – Пурим, отметила Малаховская еврейская религиозная община. В этот день евреям заповедано веселиться, радоваться и обмениваться подарками в честь спасения их народа, которое состоялось много веков назад. Традиционным местом проведения праздника стал еврейский культурный центр в Малаховке. Числа месяца Адара по еврейскому календарю празднуют Пурим, начиная с захода солнца предыдущего дня и заканчивая закатом другого. В этот день одним из самых важных моментов является чтение раввином свитка Мегилат Эстер. Мы читали Мегилат Эстер, это обязательная заповедь. Каждый еврей должен обязательно прослушать Мегилат Эстер. И там написана история, как раз то, что произошло 2500 лет назад, когда царица Эстер и мудрец Мордехай сделали такое необычное дело, пошли на подвиг и, соответственно, не оставили еврейский народ. В момент чтения свитка при произношении имени Амана евреи поднимают шум, трещат трещотками, топают, а все для того, чтобы заглушить имя врага. Национальные праздники – это богатство каждой культуры, и каждый из них наполнен своими особенностями. Так, иудейский Пурим состоит из множества обязательных частей. Помимо чтения свитка, евреи обмениваются подарками, подают милостыню бедным или нуждающимся, делятся своей радостью со всеми. И, конечно, ни один национальный праздник не обходится без традиционных угощений. Национальное кушание в этот праздник – это уши амана. Это такие своеобразные печенья в виде треугольников с маковой начинкой. Почему уши амана? Потому что аман был один из главных наших врагов в этот праздник, которого еврейский народ сумел победить и убить. Понятное дело, что это не его уши, что их не кушают. Это просто печенье из песочного теста с маковой начинкой или с любой другой начинкой, которая нравится хозяйке. Также в этот день принято устраивать маскарад. Дети наряжаются в царей и цариц, а также в любые другие яркие и красивые костюмы. Ну и, конечно, национальная живая музыка – один из важных атрибутов праздника, который в этот день насладились все присутствующие. Наталья Григорьева, Мария Антонова и Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.